Аппарат для поддержания жизни Вани Келя. Мальчика из Болховского дома-интерната передали в детскую областную клиническую больницу. Его удалось приобрести благодаря собранным средствам в рамках соцпроекта «Искусственная почка». Тревогу воспитатели Вани забили в прошлом году, заметив ухудшение в развитии состояния здоровья в целом. С этого времени мальчик находился под постоянным наблюдением медиков. Заболевание перешло в терминальную почечную недостаточность последней, самой тяжелой стадии. До этого раз в месяц, а то и чаще, Ваню приходилось экстренно госпитализировать, потому что его состояние менялось буквально вот за какой-то час. Пока идет поиск подходящей донорской почки, аппарат сможет поддержать жизненно важные функции организма мальчика во время сна, очищая кровь. С просьбой приобретения специального циклера для мальчика врачи детской областной больницы обратились в Союз благотворительных организаций России. Мы узнали о существовании проблемы детей с хронической почечной недостаточностью, что она очень велика, что у нас сотни детей в стране нуждаются в пересадке почки и, соответственно, в такого рода аппаратуре, но денег государство на эти цели не выделяет. И мы сами разработали программу, которая называется «Искусственная почка», и сами стали искать детей по областям, по регионам. Необходимая сумма была собрана за 3 месяца, после чего и удалось купить аппарат стоимостью в 560 тысяч рублей. Следующим шагом с целью помощи Ване станет скорейшее проведение операции по пересадке почки.